Всем привет! Сегодня посмотрим на еще одну игру, то есть цикл «Во что поиграть на Ubuntu». Вот. И сегодня у нас такая RPG Flare. В переводе вроде как типа «Вспышка», по-моему, или «Сияние», или еще что-нибудь. Короче, она доступна в Снэпе. Сейчас я ее установлю. Вот. И кроме того, здесь даже есть какие-то исходные коды. Ну, написано исходные коды Flare Engine. То есть я сейчас ее установлю вместе с вами. Поиграю 2-3 минуты, а потом попробуем скачать исходный код и собрать. Вот так вот. То есть это открытая бесплатная игра. Какая-то RPG. Сейчас посмотрим. Итак. Сейчас будем устанавливать. С помощью Snap, да? Snap install Flare RPG. Ну и сейчас, что мы видим, идет установка. Это хорошо. Так, что тут еще? Давайте попробуем сделать вот так вот. И перейти на главную страницу. Что-то описано или не описано. Так, это открытая игра 2D Action RPG. Бесплатная. Движок написанный на C++ с использованием SDL2. Короче, это типа очень легко использовать для добавления модов. Вот. Секция моды есть. Так, последние блоги. Ну. Что-то тут блогов не очень, но что-то есть. 17 мая. Это совсем недавно было, кстати. Какой-то блог. Так, и что, установилось? Круто. Давайте посмотрим, что тут в блоге добавилось. Что-то добавилось. Короче, запускаем. Во, установилось. Интересно. А где настройки configurations? Так, моды можно. Ну, моды мы не будем. Рендерер SDL. Программно, что ли? Ну ладно, пусть программно. Так, а где тут? Ёлы-палы, а где тут? А, вот full screen. Что-то качество не очень. Так, какие языки? Испанский, французский, итальянский, японский, польский. О, русский. Давайте. Окей. Еще раз настройки. Так, а где же? Что это за используется? Окей. Полноэкранный, блин. Рендер быстрее, чем... Чаще всего медленно. Фишка в том, что здесь что-то разрешение, мне кажется, не очень. То ли это так и должно быть, то ли не должно быть. Ладно, привязка клавиш не надо. Вот интерфейс. Ладно, хорошо. Попробуем. Так. Нажимаем играть. Новая игра. Так, выберите портрет. Что-то нормальных нету. Это какой-то... Да не, вроде все нормальные. Давайте, наверное, какого-нибудь такого... Что-то это... Во, на кого-то он похож. Короче, варвар сражается, используя физическую силу и оружие ближнего боя. Разведчик предпочитает оружие дальнего боя, меткость. Нападение, интеллект. Да варваром. Кулаком будем. Ичизу. Да не ичизу. CPP просто. Вот так. Одна жизнь, да? Не. Извините, но мне этого не надо. Так, тут куча всего пишут, читать не буду. Так, я так понимаю, вот он, я появился, и теперь мне... Так, управление. Щелкни стрелку справа. Щелкнул. В левом верхнем углу показаны значения здоровья. Да это я понимаю, я играл уже в какие-то RPG когда-то. Самая первая RPG у меня была
По-моему, Диабло. Так, это я управляю, WSAD, да, то есть типа стрелки на левой части клавиатуры. Так, что тут можно делать? Правой кнопкой это он бьет раз и лево. А, это похоже как в Диабло, да? Похоже на Диабло. Ну, я так понимаю, разрабатывают ее какие-то энтузиасты. Так, а что мне надо делать? Где тут help? Журнал. Задание. В заданиях ничего нету. Ладно. О, вон какой-то негодяй. Давай, лупи, лупи его. Убить было просто. Так, а можно его как-то обшмонать? Ведь у него по-любому должны быть что-то. Не знаю, там, в карманах. Походу никак. Так, а как тут стоять и... А, ну, стоять он и так стоит. Так, это я пока... Вроде бы ничего. Так, давай, лупи, лупи, лупи. Гниющий зомби. Так, я нажал и держу, в принципе, на золото. Нажал, подобрал. 10 золота у гниющего зомби. Ну, у гниющего зомби еще в карманах что-то тоже должно быть, типа, гниющего. Например, там, гниющая еда. Вот. Откуда он взял зомби? Так, кузнец. Говорить, торговать. Торговать, что у него? Так, это не перемещается, не могу переместить. Так. Рогатка, кинжал. Так, тут прочность есть. О, вроде бы прочности нету. Нам эту не надо. Так, а где тут навыки? Персонаж. А, персонаж, уровень первый. А как навыки? А где тут опыт? А есть ли тут вообще опыт? Сила... Силы. А, я так понимаю, это когда добавится. Ну, что-то такое, короче, не очень. Ну, как не очень? Я думаю, игра неплохая, просто уже с учетом... Хотя, кто его знает? Все может быть. Так, сюда зайти не можем. Потому что иногда бывает такое, смотришь, игра... Ну, так себе, графика то не такая, все не такое. А потом начинаешь играть, а там все круто продумано. Все круто продумано. Так, это какое-то подземелье. Опачки, а как это так получилось? А, я походу сюда встал и... А как мне обратно? Книга мертвых. О, даже такое переведено. Ну, это уже интересно. То есть, видите, на русском языке даже было переведено, а вот такая типа от руки написано. Ладно, я тут не буду шариться, сейчас я еще куда-то пойду и попробуем скачать исходник. Так, ну да, это на что за бред, почему сразу такое начинается? Так, попробуем скачать исходник. Ну, я так понимаю, это исходник движка. Может быть, сама игра. Так, как мне отсюда выйти? Идем. О, запас. О, я так понимаю, сюда я могу свои всякие ништяки хранить. Так, нет, тут я был. А как мне выйти? Давайте я выйду вообще. Я так понимаю, это просто мой лагерь. Какое-то село. И здесь я смогу пополнять запасы. А опять они, ничего, воскресли, я же их убил. По заданию ничего не ясно. Ничего не ясно. Ну, наверное, как всегда, всех убить. Так, по карте тоже. Сейчас я попробую вернуться опять сюда. А, тут не... Значит, походу, надо шариться по тем порталам. Ну, что-то мне не очень хочется по тем порталам. Ну, давайте я еще сейчас добегу. Попробуем там чуть-чуть побегать. О, классно, смотрите. Подождите, опыт. Вот непонятно здесь... Ух ты, штаны выпали. Непонятно с опытом. А чё и как? Так, уровень 2, а здесь уровень 1. Давай-ка поменяем. О, нормалек. Теперь в нормальных штанах бегать. А то те были какие-то такие, ну, знаете, неудобные. Давили, узковатые, короче, были. Гиперпространство, ну, давай.
Гиперпространство. И что мне, как активировать какой-нибудь телепорт? Гиперпространство. Что-то ничего не работает. А как, ну, какого-то взаимодействия с объектами я не вижу. Дурня какая-то. А, вот книжка есть. Каст сцены. Какой-то город, я это читать не буду. И что дальше? Хорошо. Все? Все, как мне активировать? Журнал. Возвращение вы нашли. Ну, что-то надо вписать. Да елки-палки. Не, это каст сцены, а как вписать? Писать никак. Ну вот и все. Нет, так нет. Короче, там, наверное, было написано что-то важное, но я не хотел тратить время, и я не прочитал, и поэтому я вот буду по ходу так вот бегать и пытаться понять, что мне надо сделать. Ни один этот не срабатывает. Ладно, сейчас я выйду еще раз. Скорее всего, здесь все очевидно и все видно, но я это не вижу, потому что за мной, сзади меня окно, оно сейчас отсвечивает, и кое-что я не вижу. То есть карту даже плохо местами вижу. Давайте я быстренько сюда сбегаю. Может, тут что-то будет. Оп, опачки. О, я вышел. Да, сейчас я вам всем покажу. Это гниющие опять зомби. А это опять... А, чего я не понял? Я не понял, есть ли тут где-то опыт или нету. Не пон... А, вот это, наверное, опыт. Да, вон он, опыт. Так, эй, блин, дружище. Ты успокойся. Вот опыт, да, 22 из 256. Сандали возьмем. Ну, что можно с этим сделать? Можно, как всегда, запустить Art Money и немного себе увеличить опыт. А так сказать, взять кредит. Ну, потом, конечно же, проценты снять. Можно и так. Так, припасы, золото. Ну, короче, вы видите, что за RPG, поэтому, если вам интересно, устанавливайте. А если вам интересно что-нибудь доработать, то, конечно же, качайте исходники и собирайте их. Сейчас мы это попробуем сделать. Сейчас я этих добью, негодяев. Опыт, ну, что-то он не очень сильно увеличивается, ребятки. А ну-ка, правой кнопкой. А, правой кнопкой это, наверное, супер удар. Так, сандали. Давайте сандали за сандалем. Так, деньги. Вот. Ну, по-любому это ж лучше. По-любому они зелененькие. Интересно, сеты тут есть или нету? В Диабло были сеты, типа наборы оружия. Ой, ну наборы этих, блин, брони там всякие. Но это в такое, в обновленной второй Диабло были. Ого, это серьезный какой-то парень. Смотрите, сколько. Ой-ой-ой, а я даже не, я же говорю, у меня отсвечивает, я даже не увидел, что у меня тут жизни-то не очень. Сейчас бы помер и все. Так, ладно, короче, надо, в принципе, и поиграть можно. Ну, я считаю, что в играх должен быть какой-то баланс. Не слишком сложно и не слишком просто. Вот, потому что, когда у игр очень много всего, очень много во всем нужно разбираться, то это как бы не то. Вот когда вот какая-то простота есть, меньше кликов, но много интересного. Ну, в этой игре, не знаю, пока все просто, но в плане управления. Так, но эти не умирают. Это, я так понимаю, можно просто бесконечно качаться. А ну-ка, да, можно качаться бесконечно, себе набивать опыт. Недоработка, недоработка. Ну, я думаю, мы сейчас скачаем исходники и вы сможете это все доработать. О, кстати, смотрите. Припасы. Можно вот так вот. Ну, я так понимаю, там рандом работает. Соответственно, можно заходить, выходить и открывать ящики. Так. Конечно же, вы можете сказать, что за криворукие разработчики. А вы сначала сами такое напишите. А потом критикуйте. О, золотишко. Ладно, выхожу. Так, сохраните, выйти. Выйти из игры. Есть, вышел. Так, теперь переходим к непосредственно
Непосредственно где у нас? На гитхабе. Source код на гитхабе. Ну, это же, походу, то же самое, правильно? Одни и те же исходники. Так, Flare Engine. Ну да, то же самое. Так, сейчас мы клонируем. Сейчас я все скопирую и потом продолжим. Так, создал я у себя папочку. И сейчас клонируем. Git clone. И вставим эту ссылочку. Да, ошибся. Никон. Git мне говорит, дружище, нету такого. Git clone. Есть git clone. Окей. Так, чё, все? А ну-ка. Опачки. Так, и что у нас здесь? CMake lists есть. Значит, можно сгенерить CMake list. Давайте. Fsim bin flare engine. Вот так вот, да? Дальше. Как там, я уже забыл. CMake, раз, два. Да. Так, нет. CMake, вот так вот, Flare Engine, во. Есть, теперь... Error. Нету библиотеки SDL2. Давайте попробуем установить. Sudo apt get install lib SDL2. Вряд ли, но может помочь в том плане, что напишет. Нету, короче, блин. Сейчас запустим синаптик. Я так для таких случаев обычно запускаю синаптик. Вот как раз для поиска таких библиотек. Вот, и там можно быстренько найти. Так, еще. Вот у нас все было хорошо до тех пор, пока была попытка найти SDL2. Хорошо, ищем SDL2. Так, вот здесь section SDL2. И что у нас? Вот есть lib SDL2 dev. Есть. Нам надо именно для разработчиков. Ну, наверное, больше ничего не надо. Давайте попробуем установить. И сейчас посмотрим дальше. То есть CMake штука хорошая, да? Проект основан на CMake, ну, на сборке. Так, еще раз. Нету SDL2 image. Хорошо. Lib SDL2 image. Ну, давайте я тогда уже поставлю-ка все остальные. Миксер. Скорее всего, если image использует TTF, ну, наверное, тоже. И net. Хотя вроде там не было ничего, но пусть будет. Так, нажимаем Apply, применить. Есть. Файлы скачаны, сейчас все будет установлено. Так вот, CMake классная штука, потому что при правильном написании вот как раз мы можем проверить, установлены ли все нужные библиотеки. Так, смотрите, конфигурация завершена. Завершена. Теперь мы можем запустить Make. Make это сборка движка. И как мы видим, сборка движка пошла. Ну, пошла, короче, сборка движка. Так. Дальше. Чё это? Чё это у нас? Simple Game Engine. Ну, то есть это движок. Это, я так понимаю, не игра. Так. Так, Flare Game. А вот, наверное, непосредственно... Вот, да, ребятки, вот есть Flare Game. Вот непосредственно игра. И чё? Нет, это не игра. Это какая-то фигня. Это надо просто читать, что написано. А может быть, это игра? Может быть, тут просто для того, чтобы создать игру, ну, не надо, короче, много кода. Возможно, все. Вот смотрите, вот так вот надо описать.
Там кнопочки всякие. Ух ты, смотрите, лут. Не, лут это картинки. Фиг его знает. Давайте посмотрим. Движок собрался. Смотрите, круто. Движок собрался. Если мы его запустим. Флэр. И чё? Could not find default. Ага. Надо, он не нашел папочки Flare Mods. Хорошо. Хорошо. Flare Error. Хорошо. Mods. Наверное, вот эту он папочку хотел найти. Наверное, да. Ну, давайте попробуем share, что ему еще надо, flare mods. А, вот flare. Нет, папка есть. Подожди, что ты хочешь? Он, походу, не нашел каких-нибудь. Ага. Нет, так я вот здесь как раз это и брал, да? Git клон. Так, Flare Team, Flare Engine. Есть. Давайте я, наверное, еще скачаю. Знаете, что вот это вот копируем. Сейчас я сделаю вот так вот. Flare Engine, а сюда Git клон. Во. Не там были какие-то моды. И сейчас я эти моды скопирую. Вот, скопирую. Ну, я думаю, запустить можно будет. Я не думаю, что будет проблема, потому что здесь вроде. А, вот, смотрите, да, вот. Building and running on Linux. Так, CD Flare Engine. Это я сделал. А потом надо установить. Так, ну ладно, давайте установим. Давайте я сейчас установлю. Так, ладно, пока качается, я нажму на паузу. Так, скачалась Flare Game. Смотрите, там было написано следующее. Опция 1 установка. И опция 2 запуск игры без установки. Что нам для этого надо сделать? Говорят. Перейдите CD Flare Game. Перешел. Дальше. Выполните вот эту команду. Ну, типа, ссылку сделать ln Flare Engine Flare Flare. Вот так вот. Так. Так. Правильно же. Ай-яй-яй, не-не-не-не-не, не так, блин, надо в бинарнике было, бин. Надо было вот так вот, вот так вот. Бин в бин флэр, вот так вот. Есть, фейлет, ё-моё, я уже создал символьную ссылку. Удалю, ой. Удалю-ка я ее. Во. Еще раз. Bin. Во. Символьную ссылку сделал. Дальше надо перейти в CD Mods. Вот сюда перехожу. И дальше. Дальше. Flare Engine. Сейчас я перейду в Flare Engine. Тут есть папка Mods. Есть. Есть дефолт. Все. Все. Нормальды. Нормальды. Значит, идем. Flare Game, переходим в Mods и вот здесь создаем символьную ссылку на Flare Engine Mods Default. Вот так вот. Default. Есть. Дальше говорят, сделай вот так вот и сделай вот так вот. Опачки! Уху! Enable emote core mod to continue. Чё, дурак? Enable. А, какой-то мод надо включить. Альфа-демо. Enable. Ой, ты где? Ты где? Вот, ты где? Окей. Опача. Опача, опача, опача.
Create, смотрите-ка. О, магия, смотрите, чем пуляется. Круто. А знаете что? Знаете что? Давайте сделаем следующее. Давайте откроем исходники и быстро что-то поменяем. Быстренько что-то поменяем. А бинарники вот здесь будут лежать, все нормально. Значит, нам надо открыть исходники и, например, знаете что? Например, найти на какую-нибудь буковку и изменить ее. Давайте сделаем. Ну, это так, для теста. Вот. А потом вы, конечно же, сможете сами дорабатывать эту игру. Ну, к примеру, да, почему бы нет? Почему бы и нет? Давайте еще раз запустим Flare. Есть. И теперь посмотрим какие-то буквы. Play game. Окей. Окей, тут play game. Ну, как мы видим, в основном это язык C++. Так, наверное, вот здесь будем искать. Find файл name, звездочка, точка, точка, что точка не пишется, звездочка. Ну, скорее всего, это все где-нибудь в специальном файле лежит. Что-то не нашло. Потому что есть локализация, соответственно, это вряд ли где-то в H-файле или в CPP. Это где-то должно быть в каком-нибудь font engine. Не, вряд ли. Не, это не дело. Еще раз. Как там это у нас Flare? Play game с большой буквы. Да, хорошо. Хорошо. Ладно, сейчас поставлю на паузу, поищу сам. Короче, нашел я это все находится вот здесь, в этих файлах. Вот, смотрите. Например, где тут ru? Вот. Engine. И ищем наше playgame. И вот, как вы видите, ID playgame, строка играть, да? Нам надо английский. Ну, сейчас посмотрим. Ну, надо ли пересобирать или не нужно? Так, подождите, где UK, по-моему, да? А, это на украинском. А как английский? EN? Елки-палки. А как? Может, вот это? Блин. А где тут ЕН? Окей. Тогда я ищу еще раз здесь. Так. А, вот, наверное, вот это engine, да, по умолчанию. Так, значит, нам надо открыть. Открыть. Чем мы будем открывать? Наверное, каким-нибудь редактором текст editor. Так, откроем. Где оно? Вот оно. Так, еще раз, это в модах Default Flare. А, я так понимаю, в модах просто можно создать, ну, описать суть вашей игры. Это будет называться модом. Вот, Languages и Dataplot, по-моему, да? А, Engine Pod. Вот он. И ищем. Сейчас попробуем без пересборки. Так, Play. Game. Давайте play по pay. Во. Pay game. Все. Посмотрим, надо ли пересобирать или не надо. Games flare game. Да. Нет, без пересборки. Не изменилось. Хорошо. Что нам для этого надо сделать? Нам надо в бинарник перейти. И нам надо сделать make. Ух ты, блин, не хочет. А чтобы оно собрало,
чтобы оно собрало, нужно изменить исходники либо очистить вот эти вот кэш. Кэш можно очистить. Давайте я это все сделаю вот так вот, да. Флэр я удалять не буду, пусть бинарник лежит. А вот все остальное мы сделаем. Сейчас сгенерим заново. Вот так вот и пересоберем. И надеюсь, все получится. Ну, получится, не получится, все равно дальше уже записывать не буду, да, чтобы не отнимать ваше время. Но, как вы видите, есть открытая игра. Можно поэкспериментировать, можно понабивать какие-то навыки, да, в разборе там, ну, чужого кода, в добавлении какого-то функционала, можно разобраться там с модами, можно там свой мод, наверное, создать и так далее и тому подобное. Поэтому вполне себе неплохо. То есть можно и играть, и еще помогать даже этому проекту. Я думаю, если вы какой-то мод запилите, то, ну, конечно же, скорее всего, не так уж и много поклонников у этой игры. Но, тем не менее, можно тренироваться в программировании и все такое. И все такое. Так, моды, я примерно понял. Думаю, вы поняли, что такое моды. То есть моды — это какое-то описание игры в целом, да? Где у нас тут? Короче, не буду. Так, make. Make сработало. Давайте. Что такое? Заново ссылки надо делать? Ёлы-палы, сейчас я сделаю. Нет, не получилось, но я думаю, я просто не там менял. Надо просто более ответственно к этому подойти и найти действительно то, где нужно это менять. Вот. Ну, а на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!